В декабре челнинцы еще смогут сделать овощные запасы на зиму. Сельхозярмарки прекратят свою деятельность только в конце года. А 13, 14, 20 и 21 декабря на площади Азатлык развернется традиционная ярмарка «Новогодний гусь». Кроме того, фермеры представят свою продукцию еще на двух торговых площадках. Ряды с птицей, утками, гусями, курами разместятся в агропромышленном парке «Южном» и на Сармановском тракте. Правда, приобрести в этих точках вкусные украшения для праздничного стола можно будет только в последнюю субботу и воскресенье декабря.